Ходите, ребята, пионеры есть земляка. Там в гости приехал с народа, там председатель колхоза. Колхоза имени товарища Сталина поздравляю товарищей учителей и товарищей ребят-школьников с Новым годом! Село наше хоть и маленькое, но известное. А почему оно известное? Потому что здесь товарищ Сталин был в ссылке, о чем вы хорошо знаете. И вы сами писали товарищу Сталину. Ответ товарища Сталина у вас в раме висит, а радиоприемник, им подаренный, стоит у вас в школьном музее. Так что плохо учиться вам никак нельзя. И вот учителя ваши сказали, что вы учение исполняете, а потому правление колхоза награждает вас ценными подарками за отличную учебу. Платье, где платье? Кедрова Валентина. Награждается материей на платье. Ручка! Крылов Сергей. Вот тебе, как молодому охотнику и отличному стрелку, берданка. Оба молодцы, Пелагеич! Голоднов Петр награждается. Биноклем. Формированию самого Деда Мороза. За то, что он любит наших ребят, воспитывает их по-советскому, только предлагается товарищу деду снять усы и бороду. Анну Федоровну, нашего выдающегося педагога, от всего сердца отмечаем, благодарим, кланяемся низко и премируем. А это, так сказать, от меня лично. Не осудите за пустяковый предмет, от души. Красиво на комод или этажерку поставить. На счастье. Она полна. У нас такой клык, она под нашими подкрышками.
Расправьте ноги, Алексей Степанович пришел. Знаменитому охотнику Алексею Степановичу. Передай Анне Федоровне. Че это? Петушок был. Дедушка где? Пойдем провожу. Сережа, ты будешь охотник. Охотник. Буду, обязательно буду, дедушка Лошиндон. А я сталинский летчик буду. О! А вы Сталина видали, дедушка? Товарищ Сталин видал. Похоже, похоже. А вы знаете, как он отсюда из ссылки бежал? Как? А он у бабушки Литвинцевой жил. Вот домик мы сами делали. Похоже, похоже. Похоже, похоже. Он ночью ушел. Утром стражники встали, а его нет. Они искали, искали, пропал. Как раз прогоба и все следы замело. Они его никак не могут найти. Он бежал, бежал, до самой Ангары добежал. Ангару тоже все занесло, занесло. И прорубь занесло. И он в прорубь провалился. Однако вылез. Вылез. Обледенел весь. Белый. Одежда на нем звенит. Однако идет. Идет. А тут бабы за водой шли. Испугались и бежать в деревню к себе. Ведра побросали. Он пришел в деревню, его не пускают, боятся. Учался. И потом его пустили и помогли ему убежать. А кто помог? Кто? Крестьяне. Крестьяне. Охотник. Охотник помог. Какой охотник? Простой охотник. Охотник видит, что человек в беде. Так он пожалел человека, потому что и сам в беде бывал. Позвал к себе. Согрел его, напоил, накормил и ночевать просил. Однако нет, нельзя, товарищ Сталин, ночевать надо дальше идти. Охотник опять ему помог. Он его через тайгу проводил. Охотник хорошо знал тайгу, как ты свой урок. Так шибко хорошо проводил. Все следы от плохих людей спрятал. Товарищ Сталин благодарил охотник, целовал его и на прощанье ему свой трубка Даган подарил. Трубка друга курить будешь, друга вспомнишь. Потом война сделалась, вот охотник в тайга сидит, врага караулит. Если военный поезд дальше пойдет, так охотник будет фитиль зажигать и мост взрывать, чтобы дальше дорога не было. Дождик большой идет, ночь. Охотник трубку друга курит, слушает. Вот по тайга звук пошел.
Охотник ухо к рельсе приложил. Стучит поезд. Идет. Надо скорее фитиль зажигать. Чирк-чирк, спичка не горит. Мокрый. Охотник друга вспомнил. Трубку друга шибко-шибко курить стал. Ею фитиль поджег. И... А охотника японец убил. А трубка? А трубка? Трубка другой партизан взял. Какой партизан? Простой партизан. А где он? Не знаю. Где живет, не знаю. Искать надо. А как ее узнаешь? Кого? Трубку. Трубка? Можно. Тот трубка знак имеет. След японской пули под кольцом. Партизаны как взяли, так кольцо сделали. Искать надо. Шибко искать. Искать. А. Не рассказывай, такие дела без девчонок делай. Ну, раз поклялись, значит, не скажу. Знаешь, Петька, мы новых трубок собирать не будем. Одни старые. Составим список такой старых партизан. И по этому списку будем собирать. Верно, так и будем. А я еще, знаешь, такую машинку сделаю, чтобы легче кольца снимать. Вали, сделай. Сереж. А ведь на картине товарищ Сталин как раз на этом месте нарисован. Знаю. Наверное, как и мы, на нашу Уду смотрел. Он здесь письмо от товарища Ленина читал, чтоб никто не видел. Наверное, трубку ему и подарил Ленин. Ленин? Ну да, Ленин. Теперь ты понимаешь, как он обрадуется, когда увидит свою старую трубку? Да, он очень обрадуется. Очень. Нам его, чтобы это не стало, надо найти. Ну раз поклялись, значит найдем. Сидишь тут, как кукушка. Заниматься надо. Сочинение трудное. Это про что ж такое трудное? Про что? Партизаны Новой Уды, вот про что. Серьезная тема. Это кто ж задал, Анна Федоровна или по истории?
Дедушка, вот вы все знаете, я вас спросить хочу, кто из наших людей партизаном был? Партизаны? Много было, всех, однако, не упомнишь. Вот, Горчилин председатель был. Брат мой Степан, Алешин отец. Храбрый был охотник. Бронепоезд взорвал. Тогда его и убили. А он курящий был? Кто? Брат ваш Степан. Покуривал. Папиросы или что? Какие там папиросы? Трубку! Однако заржавел, и лезвие обломано. Ерунда, дядя Терентий, лезвие заточить можно. А зато цепочка какая. Цепочка богатая. А сколько тебе годков-то? 15-й. Вон что. Рановато табачком баловаться. Я не курю, дядя Терентий. Ври, дядя, ври. Да я сразу... Эх, я бы тебя прописал. На. Учебный год, то поедет экскурсия в Москву.
15 человек. Каждый класс пошлет по одному человеку. А самый лучший двух. Вот вам и надо стараться, ребята, чтобы 6-й Б вышел на первое место и послал двух человек. Разве вы не хотите завоевать первое место, ребята? Нам тоже объявляли. Теперь сами передадим. Передадим. А ты ее нашел? Он Алексей долго из Тагир не возвращается. А ты знаешь, я ведь о нем в кооперативе всех охотников спрашивал. Ну? Говорят, скоро вернется шкурки сдавать. Ну да. Да. Вот мы его тогда подкараулим. Пошли. Подорвет авторитет. Обещаю. А, Алексей Степанович. Здравствуйте, Иван Поликарпович. Здравствуйте. Включай хозяина, братцы. Во. Хороши? Ох, хороши. Богатеем, Иван Поликарпович? Ну? Богатый жених будешь, Алексей Степанович. А, дядя Терентьев. Здорово. Нижайшая. Ну, а как? Невесту уже приглядел? А уж это, как говорится, дело сердечное. Оглашение не подлежит. Ну? Хорошо ведь, но мы только кольцо снимем. Не надо. Подбирала курцы. Это все шло как по маслу. Была и белка, была и пища. А к началу сезона беда пришла. Вредители на кедр навалились, орехи не созрели и начали опадать. Ну, голод белку погнал в сосняк. Учли и всей артелью дорогу белки и перехватили. Все артелью перехватили. Ага. Починили? Починили. Ну, а дальше что было? А дальше белка сосняк пришла, а там уж все готово. Палатки стоят, провиант заготовлен, боеприпасы в достатке. Ну и пошли сбивать проценты. А стрелки-то у меня, Анна Федоровна, ничего, шкурок не портят.
из мелкалиберки прямо в глаз. Ну, государственный план мы выполнили. И еще три раза перевыполнили. Вот почему я, Анна Федоровна, так долго не возвращался. А признаться... Признаться тянуло. Войдите! Здравствуйте, Анна Федоровна! Все бьете, Алексей Степанович? Здравствуйте! Ну, не огорчайтесь, клею опять. Анна Федоровна, вы все-таки не забывайте, у нас сегодня спевка. Простите, Василий Васильевич, совсем забыла, я сейчас. Вот дуэт классический с Анной Федоровной разучиваем. Однако, по всем приметам, видать, дело у них идет к свадьбе. Уж больно они подходящие друг к другу люди. Я бы сказал, вполне культурная пара. Что, Анна Федоровна, что, Василий Васильевич? А? Вот бы тебе, Алеша, такую невесту подыскать хорошо бы. Вроде Анны Федоровны. Погоди, и тебя женим. Займусь, однако, непременно женим. Скажи, Алеша, если у тебя есть друг, например, может он иметь от тебя тайну, совершенно отдельную тайну, и ничего не говорить тебе? Если эта тайна не государственная, тогда не может. Уезжаю от вас. Ну вот, уедешь в тайгу, а потом жди тебя, жди. Не уезжай, Алексейка. Мы тебя все любим. Не все любят. Уехали. Совсем уехали, Валька провожать поехала. Как уехали? Так, тайгу. Однако объезда нет. И следов кругом нету. Значит, не той дорогой пошли. Сколько зря отмахали. Знаешь что?
Пойдем лесом мы так наискосок. Мы полдороги так срежем. Не заблудимся. Как не заблудимся? Тут у меня отчаянный глухарь на примете. К вечеру такует, во. Сначала он с опаской играет, затекает и замолчит, потом опять. Опять тихо, вроде как слушает. Ну тут замри, не шевелись, сучка не задей. Почему? А потому что он хоть и глухарь, а в целом свете нет такой чуткой птицы, как он. А вот как за скиркой. Ничего не видит и не слышит. Хоть из пушки стреляй. С душой поет. Ну вот тут-то мы к нему и подскочим. Только запомни, идти под песню. Подбираться под песню. Спросить под песню. А ежели кашлять или чихать, тоже под песню. Подбираться? Ай! Ой! Да пока можно. Пошли? Пошли. Мы заблудили. Я тоже думаю. Ты понимаешь, нам Алексея нельзя в той глупости. А то уедет опять на промысел. А нам в Москву без трубки никак нельзя ехать. Ну понимаешь ты или нет? Да что ты меня уговариваешь как маленькую? Не понимаю я, что ли? Нам бы вот дорогу найти. Дальше нельзя. Пойдем обратно.
Заржавел, не пускай. А где ушибло? Ну вот ничего, в сапогу попал. Обожди, попробуй сапог вытащить. Давай, ну. Больно. Тебе тяжело? Нет. Дай понесу. Мне совсем не тяжело. Ведь заимка где-то тут рядом, недалеко. Нет, нет, ты только не уходи. Ты что, разве я тебя кину? Я знаю, что не кинешь. Ну, вот такой. Ну как мы отсюда выберемся? Да Алексей еще уйдет в тайгу на промыслы, ну и пропала трубка. Дураки мы с тобой! Алексей же здесь рядом, поблизости, надо ему голос подать. Давай, давай. Больше нельзя. Один патрон остался. Здесь волчья пасть близко. Ну и пусть близко. Так я же не говорю, что я испугался, я просто говорю, что волчья пасть. Надо костер разжечь, на, подержи. Теперь красота. Ногой не полезут. Не полезут, факт, не полезут. Их, если б не капкан, на дерево можно было бы залезть. Thank you.
Что за народ? Ребята! Сережа! Валька! Петька! Дядя Алексей! Да что ж, капкан попали, а? Что вы делаете? Эй, стой! Охотнички! Бежим опять, как мы правы полы! А я как его макарян бил! Смотри, как мы макарян! Я там в лобе! Конечно! Ты им трубку можешь отдать! Только имей в виду, что я этот вопрос поставлю на звене! И тебе тоже попадет от Анны Федоровны! Я ей все расскажу! Так мы же не курим! Не курите? Не курим. Так зачем же вам тогда нужна трубка? Нужно, собираем еще. Ну и ладно. Курим. Курим. А ты тоже испугался, герой. Стой, пожалуйста, хоть надо, подумаешь, как поставит она. Дядя Алексей, мы не курим. Мы просто, ну, для коллекции собираем. Вот то ли марки собирает, то ли вопрос не ставишь. Я прошу тебя, дядя, трубку ты мне давай, они чего-то скрывают. Ты ничего мы не скрываем, ну что ты взъелась-то? Ну ладно. Однако не дам. Поезжайте-ка лучше домой, это на уроки опоздайте. Мы с Петей пешком пойдем. Нет, ехать вместе, а то никогда не получится. Дядя, если ты отдашь им трубку, я с тобой знаться не буду ни за что. Ладно, ладно, потом разберемся. Поезжайте, а то вы опоздаете, я в артель не поспею. А мне тут надо еще Никифорова грузовиком не пропустить. Вот вернусь и сойди, тогда поговорим. А вы скоро вернетесь, дядя Алексей? Не знаю. Не скоро. Все пропало. Ты не хнычь, ты не хнычь, вот увидишь. Едем, спрыгнем, вернемся обратно. Без Вальки уговорим, конечно. За ружьё и бинокль фактор. Стукните её покрепче разика два, чтоб знал. Шо с кем драться? Давай. Давай, останавливай лошадь, мы пешком пойдем. Кола, папа. Не твоё дело. Твоё дело. Газету мы вам продали, что мои дела? Кола, не твое дело! Нет, мое дело, а я не поеду без вас! Ау, Фидерзе! Езжай, езжай, давай, давай! Не вмете, не вмете, что ты делаешь, Сережа! А то опять понесет. Я не знал, что конь такой. Валька, давай домой живи. Давай домой. Давай.
Здравствуйте. 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 Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте. Тебе очень больно? Нет, ничего. Взяла. Я же говорила, ее вздуть надо. А если он ее потерял? Потерял. На. На. Я тебе верю и ничего не спрашиваю. Как же я не знала? Ты вот это и была наша тайна. Я все говорил, курцы, курцы, вот те и курцы. Главное ее теперь товарищу Сталину передать. Во. Как он обрадуется, когда видит свою старую трубку, правда? Да, серьезно? Он очень обрадуется. Жалко, что я ее не искала вместе с вами. А мы ее все вместе передадим. Во, то хранится она будет у нас. День у тебя, день у меня. Нет, пускай она лучше у Вали хранится. Почему? Тебе нельзя, у тебя маленькие братья поломать могут. Не бойся, не поломаю. По-моему, главное было эту трубку найти. А уж у кого она будет храниться, это не важно. Сам все говорил, не рассказывай, не рассказывай, а тут все и проболтал. Ты обещал к Василию Васильевичу за лекарством сбегать. Ладно.
Показывайте. Пойдите. Ничего, Анна Федоровна. Это к счастью. Анна Федоровна, будьте моей женой. Войдите. А, Петя. Здравствуйте, Василий Васильевич. Садись. Ты что, не веселый? Будешь тут веселый. А что? Да вот нога у Сережи не проходит, а испытание скоро. Ну, конечно, ломать ногу легче, чем ее чинить. Но, тем не менее, молодой человек, лечение проходит успешно. Я полагаю, что при помощи медицины мы к экзаменам выпустим Сережу. Правда, на костылях, но со временем надобность в костылях тоже отпадет. Время, дорогой мой, лучший лекарь. На лекарство, Сережа. Спасибо, Василий Васильевич. У тебя совсем не веселые глаза. У вас тоже не веселые. А вы доктор, у вас от всего есть лекарства. Видишь ли, бывает в жизни такое, что никакие лекарства не помогут. Я знаю. Ну и что ж ты делаешь в таких случаях? Летом купаюсь, а зимой на коньках бегаю. Помогает? Помогает. Только теперь купаться рано, а на коньках поздно. Северный полюс сдал. Историю как по книге читай. Сейчас будет арифметика на товар. Ну, я пойду посмотрю. Яков Матвеевич! Погоди ты, пирожка! Четыре отличных!
помогла трубка? Могла. Еще как могла-то. Ну, спасибо, дядя Алексей. А ну. Спасибо. Анна Федоровна, вы мне плохо поставили, да? Да ты зря волнуешься. Могу тебе по секрету сказать, что ты сдала на посредственный, и в седьмой мы тебя переведем. Молодец, Толя, хорошо подготовил. Спасибо. Анна Федоровна, поставьте мне хорошо. Я целое лето буду заниматься. А вы мне в будущем году за хорошие ответы три посреда поставите. А то ведь от нашего класса один человек поедет. А мне эти Сережу жалко и Валю жалко. Теперь один кто-нибудь из них поедет. Так вот, ты какая? Нельзя этого делать. Я и сама хотела бы, чтобы они оба поехали. Нельзя. Никогда мне не было так трудно. Вот, знаешь, у вас что? 16 отлично, 25 хорошо, и один пос. А у нас 19 отлично, 23 хорошо, и ни одного пса. Галка, да? Ясно она. Вот кого ждут по-настоящему-то надо. Зеркальница. Кривой нос. Ведь весь ваш класс в зеркало проглядел. Вот теперь от вашего класса поешь ты один, нашего двое. Эх, жалко испытания, я все сдал. А что? Ничего. Верно. Если завтра в последний день Валька по математике получит отлично, то она вместо тебя поедет. Как я раньше не сообразил. Ничего не понимаю. Я уже договорилась и с директором, и на педагогическом совете, что они оба поедут как лучшие ученики всей школы. Но теперь, когда она получила посредственно, я ничего не могу сделать. Ведь для деда Якова это прямо катастрофа. Я не представляю себе, как я буду с ним говорить. Расскажи путем, что случилось? По математике посредственно получила. Вот что случилось. Провалилась, значит. И в Москву не поедешь? Нет, не поеду, деда. Неправильно это, чтобы лучшую ученицу, отличницу в Москву не взять. Неправильно это! Я к Анне Федоровне пойду! Я ей скажу! Я не допущу! Я жаловаться буду! Дедушка! Никуда ты не пойдешь! Ты думаешь, если ты школьный сторож, то я непременно должна ехать в Москву, да? Если другие ребята знают лучше, чем я! Врешь! Не знают они, врешь! Никуда ты не пойдешь! Что я, по-твоему, не имею права один раз посредственно получить, да? Ну что вы ко мне все пристали? Здравствуйте. Здравствуйте, Ахмат Ильич. Здравствуй. Садись, чай пить. Василий Васильевич, капелек сердечных. Пропишите, пожалуйста. Да пропишу, пропишу, дорогой. Здравствуйте. Чаю хотите, Яков Матвеевич?
Вы, Анна Федоровна, не беспокойтесь, что Валя провалилась. Я, конечно, понимаю учение. Мне, однако, и Валентину жалко. И вам такая неприятность. Да что же она один раз посредственно получить не может, бедная девочка? Обойдется, дед, обойдется. Обойдется, Аня. Пиши и в куньях ночуешь. Здравствуй, Василий Васильевич. Здравствуй, Валя. Все купаетесь? Купаюсь 3 раза в день. А зимой на коньках буду бегать. Хорошо. Вот просили на почте письмо передать дяде Алёше. Из Москвы? Из Москвы. От Анны Федоровны. Не искушай меня без Алексея. Алексею Степановичу Кедрову. Дедушка, когда Алёша приедет? К утру обещал. Ой, как долго ждать.
Ложись ты спать. Приедет, разбужу. Очень рад приветствовать дорогих гостей из Новой Уды. Садись, Чуся Сереныч. Да ничего, ничего. А мы вместе. Вдвоем. Вдвоем веселее. Садитесь. Ну, рассказывайте, что у вас хорошего, что нового. Вот мы вам письмо написали. Письмо? Так мы же сами приехали. Сами и расскажите. Да нет, письмо, ну, как-то складнее. Ах, складнее. Ну, хорошо. Давайте. Дорогой товарищ Сталин, мы нашли вашу старую трубку, которую вы давным-давно партизану подарили. Только не знаем, как ее передать. Она большая и в конверт. Не лезет в конверт, да? Не лезет. Потом мы просим вас, чтобы Валю Кедрову в Москву взяли. Она вожак звена и самая лучшая крестница. А не поехала по неправде. А по какой такой неправде Валя не поехала? Да она на испытание. По математике провалилась. Валя на экзамене нарочно плохо отвечала, чтобы ты, Сережа, в Москву поехал. Верно. Ведь он ее спас, катастрофа была. Знаю. Я ведь тоже хотел нарочно провалиться, чтобы Валя поехала. Ну, и нехорошо. Не так надо помогать товарищам. Значит, она неверно поступила. Так вот, об этом давай у самой Вали спросим. Валя! 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 Я
Я знаю, Иосиф Васильевич, что я поступила неправильно. Я знаю. Молодец. Но мне так хотелось, чтоб Сережа и Петя, как мужественные пионеры, вместе с нашими отличниками, от всех сибиряков передали вам эту трубку на костре, как полагается. Отыскали, от тех пионеров новую дырь дарим мы вам. Курите, пожалуйста. Дорогие товарищи, очень вас благодарю за дружбу. Трубку друга курить будешь, друга помнить будешь. Я тебя весь вечер ждала. Дорогой Алеша, наши мальчики Сережа и Петя тайком от всех написали товарищу Сталину, что они нашли его старую трубку. Это та самая трубка, которую Валя у тебя выпросила. Что? Ах ты. И вот представь себе наше изумление и радость, когда полчаса тому назад нам позвонили из Кремля. Конечно, оказалось, что трубка эта не товарища Сталина. Это трубка моего отца. Нам ее передали партизаны, когда его в гражданскую убили. На ней след пули. Но Иосиф Виссарионович просил передать, что он с большим интересом узнал о всех приключениях мальчиков, о их мужестве и настойчивости. Он будет очень рад увидеть юных сибиряков из Новой Уды и приглашает всех нас в гости на пельмени. Ой. И знаешь, кого еще приглашает? Валю. Покажи. Вот. Валю, меня. Старый Дошиндон, тебе хороший сон, сказка. Говорил, а ты меня ругать, бронить хотел. И то трубка, не простой трубка, след вражьей пули под кольцом, то трубка имеет. Товарищ Сталин, закурить то трубка. Ему старый кедр пошумит, тайга запахнет. Трубку друга курить будешь, друга вспомнишь.
так сказать, от меня лично, не осудите за пустяковый предмет от души. Красиво на комод или этажерку поставить на счастье. Алексею Степановичу. Thank you.
От колхоза имени товарища Сталина поздравляю товарищей учителей и товарищей ребят-школьников с Новым годом! Село наше хоть и маленькое, но известное. А почему оно известное? Потому что здесь товарищ Сталин был в ссылке, о чем вы хорошо знаете. И вы сами писали товарищу Сталину. Ответ товарища Сталина у вас в раме... Чтобы дальше дорога не было. Дождик большой идет. Ночь. Охотник трубку друга курит, слушает. Вот по тайга звук пошел. Охотник... Ухо к рельсе приложил. Стучит поезд. Идет. Надо скорее фитиль зажигать. Чирк-чирк, спичка не горит. Мокрый. Охотник друга вспомнил. Трубку друга шибко-шибко курить стал. Ей фитиль поджег. И... А охотника японец убил. А трубка? А трубка? Трубка другой партизан взял. Какой партизан? Простой партизан. А где он? Не знаю. Где живет? Не знаю. Искать надо. А как ее узнаешь? Кого? Трубку. Трубка? Можно. Тот трубка знак имеет. След японской пули под кольцом. Партизаны как взяли, так кольцо сделали. Искать надо. Шибко искать. Искать. А... Передай Анне Федоровне. Че это? Петушок был. Дедушка где? Пойдем провожу. Сережа, ты будешь охотник. Охотник. Буду, обязательно буду, дедушка Лошиндон. А я сталинский летчик буду. О. А вы Сталина видали, дедушка? Товарищ Сталин видал. Похоже, похоже. А вы знаете, как он отсюда из ссылки бежал? Как? Он у бабушки Литвинцевой жил. Вот домик мы сами делали. Похоже, похоже. Похоже, похоже. Он ночью ушел. Утром стражники встали, а его нет. Они искали, искали, пропал. Как раз прогаба и все следы замело. Они его никак не могут найти. Он бежал, бежал, до самой Ангары добежал. Ангару тоже все занесло. И прорубь занесло. И он в прорубь провалился.
испугался. Однако вылез. Вылез. Обледенел весь. Белый. Одежда на нем звенит. Однако идет. Идет. А тут бабы за водой шли. Испугались и бежать в деревню к себе. Ведра побросали. Он пришел в деревню, его не пускают, боятся. Он стучался. И потом его пустили и помогли ему убежать. А кто помог? Кто? Крестьяне. Крестьяне. Ухотник. Ухотник помог. Какой охотник? Простой охотник. Охотник видит, что человек в беде. Так он пожалел человека, потому что и сам в беде бывал. Позвал к себе, согрел его, напоил, накормил и ночевать просил. Однако нет, нельзя, товарищ Сталин, ночевать надо дальше идти. Охотник опять ему помог. Он его через тайгу проводил. Охотник хорошо знал тайгу, как ты свой урок. Так шибко хорошо проводил. Все следы от плохих людей спрятал. Товарищ Сталин благодарил охотник, целовал его и на прощание ему свой трубка Даган подарил. Трубка друга курить будешь, друга вспомнишь. Потом война сделалась, вот охотник в тайга сидит, врага караулит. Если военный поезд дальше пойдет, так охотник будет фитиль зажигать и мост взрывать. А радиоприемник, им подаренный, стоит у вас в школьном музее. Так что плохо учиться вам никак нельзя. И вот учителя ваши сказали, что вы учение исполняете. А потому правление колхоза награждает вас ценными подарками за отличную учебу. Платье? Где платье? Кедрова Валентина. Награждается материей на платье. Внучка! Крылов Сергей. Вот тебе, как молодому охотнику и отличному стрелку, берданка. Мой капок! Оба молодцы, Белоеж! Голоднов Петр. Награждается. Кланяемся низко и премируем.